Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас фрилендер второй. Мобиль приехал к нам делать жидкие подкрутки. Показываем готовую обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он блокшот. Толщина его 7 мм. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!